всем привет, приветики, канал АИКТВ, с вами Павел и мой лучший друг мистер Кис. Ребята, мы начинаем играть, да-да-да, в эту игру Clash of Clans. Итак, мистер Кис, давай приступим. Давай, Павел, конечно. Добро пожаловать в Вождь, мы ждали тебя. Это твоя новая деревня, разве не чудесная? Жизнь здесь была бы идеальной, если бы не... Это что? Еще один зелкин человечишка! О нет, это орда гоблинов. Скорее давай построим пушку, чтобы защитить деревню. Мистер Кис, давай построим пушку. Давай построим. Итак, магазин. Так, пушка. Поставь пушку в центре деревни. Не время жадничать, потрать немного зеленых кристаллов для ускорения. Мистер Кис, пока гемы мы не будем тратить. Мы подождем, ничего страшного. Вот они! А там! Атаку! Ого! Где они? Вон они, зеленые. Вот они, зеленые! Получите. Орки. Ребята, мы начинаем в эту игру играть с самого начала. Сегодня будет небольшой обзорчик. Ох, мы были на волосок от гибели. Благодарю, вождь. Деревня построена на нитях Лея. Это значит, что пушки восстанавливаются по волшебству через какое-то время. Понятно. Колдуны из башни Слоновой Кости пришли на помощь. Давай уничтожим лагерь гоблинов. Давай. Бой, мистер Кис. Бой. Ну, давайте. Павел, да-да. Колдуны, вы где? А, вон они, 4 колдуна. Итак, в бой. Ага. Коснись несколько раз пустого места, чтобы развернуть войско. Давай, коснись. Давайте. То есть мы проходим с самого начала, ребят. Да, сегодня как бы ознакомительный такой у нас обзорчик этой игры. Обучение посмотрим. А со следующих видео мы уже будем проходить дальше эту игрушку. Ого, неплохо. Теперь нужно подготовить деревню к сражению. Понятно. Ага. Наняв второго строителя, ты сможешь строить 2 здания одновременно. Ну, давай наймем второго строителя, мистер Кис, хижина строителя. Ого, отлично, давай ее построим. Эликсир необходим для тренировки войск и строительства многих зданий. Хорошо. Так, значит, нам надо какой-то сборщик эликсира. Эликсир можно добывать из подземных нитей Лея. Попробуй, так, давай купим сборщик эликсира. Давай. Давай, отлично. И завершить... Используем гема. Нет, гему пока тратить не будем, мистер Кис. Хорошо. Давайте немножко подождем, ребята. Сборщик может хранить лишь немного эликсира. А, это нам понятно. Надо тогда, мистер Кис, еще и хранилище. По аналогии с подобными играми. Давай построим эликсир и хранилище, чтобы вместить туда. Ага, где эликсир и хранилище? Вот, давай его размещать там, куда... Показывает игра, а уже дальше мы будем планировать наш, хотел сказать, лагерь, нашу деревню. Хорошо, нет, мы не тратим гемы, они... А еще нужно безопасное место для хранения золота. Давай построим золотохранилище. Ну, давай. Мистер Кис, давай построим золотохранилище. Давай. Так, где оно у нас? Это отлично. Несложно. Ну, давай здесь и построим. Планировка деревни мы будем заниматься в следующем видео, ребят. И по мере продвижения. Подождем несколько секунд, и оно будет построено. Золото! Мы гоблины любим золото! Мы тоже любим золото. И что теперь? Вождь, нам нужно войско, чтобы сражаться с гоблинами. Давай построим казарму. Я не против. Мистер Кис, казарма. Оставь ее здесь строить. Запускай. Ускоряться мы не будем. Мы экономим гема. Они нам пригодятся в будущем. Поверь мне, мистер Кис, это местная валюта, которая только покупается за реальные деньги. Теперь давайте тренировать войска. Давай. Удерживайте. Давай еще. Нам надо 20 солдат. 20? Я понял. Еще, мистер Кис, еще 5 штучек. Отлично. И мы не будем... тратит гем, мы подождем эти 7 минут, и, соответственно, мы немножко вырежем видео, чтобы нам не пришлось ждать. Славно, давай-ка надерем побольше зеленых задниц. Ой, задниц! Ну давай, вот у нас 20 воинов есть. Вон они тусуются около казармы, нажмем на кнопочку в бой и в атаку. Гоблинский лес.
Атака. Если нажать и не отпускать, можно сразу отправить больше войск. Ну, понятно, тут ничего сложного, все стандартно. Мы начинали на нашем канале играть в эту игру, вернее, я начинал когда-то играть в эту игру. Без меня. Ну, что-то как-то не сложилось у меня с этой игрой, и я больше не выпускал серии. Была только одна серия, и мы с самого начала вместе с мистером Кисом решили поиграть в эту игру вдвоем. Итак, возвращаемся домой. Это было великолепное сражение. Под каким именем ты войдешь в историю? Под каким именем, мистер Кис? Под именем Айка ТВ. Меня зовут Айка ТВ. Пробел ТВ. Отлично. Готово? Благодаря золоту, которое мы забрали у гоблинов, можно улучшить ратушу. Давай улучшим ратушу. Я так понял, что это наше главное... Да, главное здание улучшить за 1000 монет. Прекрасно, оно у нас есть, это 1000 монет. И откроются новые строения. Вышка, забор и еще что-то. Нет, мы подождем, когда построится ратуша, обновится, вернее, до 2 уровня. Прекрасно, хорошо. Теперь мы сможем строить новые здания благодаря улучшенной ратуше. Я понял тебя. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий и игры Clash of Clans. Если ищешь новых подвигов, просто коснись иконочки. Пока мы ничего не ищем, ну давайте посмотрим. Повысьте уровень золотохранилища до 2 уровня. Вот внизу, мистер Кис, есть такое задание. Да, вот здесь. Покажите этим гоблинам. Нет, мы сражаться сегодня не будем, ребят. Мы сегодня построим по максимуму сооружений, что мы сможем сделать за наши наличные. Вождь, кажется, ты знаешь, что делать. Вся деревня рассчитывает на тебя. Знаешь? Ну, надеюсь, что это так, что я знаю. А если что не узнаю, не знаю, я спрошу у наших подписчиков, у ребят. Точно, ребята! Слунчево, подсказывайте нам, как строить деревню! Золотохранилище. Так, оно будет повышаться 30 минут. Ну, мы это, конечно, время вырежем. Конечно же. Следующее, какое у нас задание? Большой сундук. Это мы сейчас выполняем. Сражаться мы не будем, мистер Кис, как я сказал. Угу. Давай-ка проапгрейдим сборщик эликсира до 2 уровня. До 2, хорошо. Да, 300 монет это немного. Совсем. И мне кажется, надо еще построить один сборщик, если есть такая возможность. Есть, наверное, давай. Нам всегда не будет хватать ни золота, ни эликсира. Ну да. Никогда. Итак, мы повысили до 2 уровня, и я думаю, что нам надо... Золотую шахту хочешь проапгрейдить. Да. Да, это тоже неплохо. До 2 уровня. Потому что золотишко тоже должно где-то как бы добываться. Отлично, чем оно выше. Даже в бой ходить. Нет, здесь мы ничего не сможем сделать. Казармы улучшить. Ну, в принципе, неплохо, давай. Улучшим казармы. Постараюсь. До 2 уровня. И надо построить сборщик Эля. Эликсира. Сокровища. Нет, не сокровища, ресурсы. Вот, смотри, сборщик Эля. Эликсира. Эля. Какого Эля? Эликсира. Да, ты говорил. Сборщик эликсира. 1 уровня строим. Что мы еще можем здесь строить? Хижина строителя. 500 гем, пожалуйста. И золотую шахту можно купить. Давай еще золотую шахту купим. Да, пускай будет здесь ничего. Или нет, давай вон туда, в сторону. Куда? Вот сюда. Сюда? Гем здесь поставь. Да, золотую шахту. Она нам тоже пригодится. Кто-то должен нам добывать золото. Я понял. По крайней мере, эта шахта и будет нам добывать золото, и надо будет прокачивать. Так, а что еще мы можем сделать, мистер Кис? Мне кажется, надо прокачать сборщик эликсира до 2 уровня. И надеюсь, на этом мы закончим. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий игры Clash of Clans. И напишите нам, пожалуйста, в комментариях, кому интересна эта игра. Стоит ли делать дальнейшие обзоры на эту игру. И прохождение, да. Напишите нам, пожалуйста, да, мистер Кис? Конечно, ребята, пожалуйста. Что ты, мистер Кис, еще хочешь сделать? Прокачиваем второй сборщик до 2 уровня. Ага. Ну, в принципе, да.
Всем пока, ребят. До скорых встреч. Увидимся. До скорых встреч. Не забывайте ставить лайки мистеру Кис. Обязательно. Лайк не поставить. Что, трудно поставить лайк, что ли? А что ты досмотришь?